Всем привет, ребят! Сегодня с вами Николай. Сегодня я хочу рассказать вам о новом обновлении, которое вышло сегодня ночью. Это обновление 1.2.44 на русском сервере, платформа Android. Вот, что бы хотелось сказать, что мне лично понравилось, это теперь сделали у нас битва фортов будет 2 раза в месяц. Также в атаке фортов у нас изменили интерфейс, но, конечно же, я сейчас не могу показать, так как вы видите, что открытие у нас всего лишь только через 4 дня. Вот, но в скором времени, через 4 дня, я вам покажу, запишу свою битву фортов, и там будет видно. То есть добавили чат, добавили значки клана, то есть гильдии, вот, будет немного удобней. Не надо будет выходить, чтобы переписываться, вот, нам можно будет сразу же переписываться именно в этой локации. Это, в принципе, удобно. Ну и, конечно же, теперь будет 2 раза больше ресурсов, вот, будем делиться в группе, то есть это очень хорошо. Что бы еще хотелось сказать, теперь добавили у нас значки таланта, то есть везде, как вы видите, вот они все, теперь будут отображаться. Вот так вот, вот, где бы не были мы, то есть в мессу, например, создать команду, как вы видите, у всех есть значки. В принципе, тоже удобно, но это такая мелочь ненужная, что я не понимаю, зачем ее добавлять. Вот, это лишь бы сделать. Так, что бы еще? Ну, конечно же, добавили у нас нового игрока Дракос, а также изменили немножко историю каких-то героев. Я в это сильно не вникал, потому как это вообще не нужно. Вот, новый герой Дракос у нас выглядит вот так вот. Атаки у него 4488, в жизни 52360, скорость атаки 1100 и скорость бега 280. Он является летающим героем, вот, что немаловажно, в принципе. Вот, талант у него какой? Наносит урон, равный 120% атаки всем врагам вокруг в течение 5 секунд и уменьшает эффективность лечения на 20%. Также наносит урон, равный 70% атаки вражескому герою с наименьшим здоровьем, имеет смертельный удар 8 из 8 и КД 7 секунд. Ну, что хотелось бы сказать. Давайте посмотрим все-таки на десяточки его. Вот. Равный 660, как вы видите. Как по мне, герой, я думаю, будет бесполезный. Так как даже наш разрушитель, он намного лучше, эффективнее, чем этот герой. Этого героя, как по мне, выпустили просто так, чтобы был как должное. Вот. Честно, обновление в этот раз не очень. Также хотелось бы сказать, на Китайке дали 900 самоцветов, а здесь дали 200 самоцветов. Даже ничего не выбьешь. Вот. С каждым месяцем все хуже и хуже. Ну а теперь у нас подкопились тут ништячки. Вот. Хотелось бы открыть это руны. Вот. А также модим ковать. Давайте откроем. А, у нас места еще нету. Почистим. Быстренько. Что-то нам не надо. Так. Давайте откроем. Недостаточно места. Странно. Так, ну, это я продам. Вот, какие еще у нас ненужные. Так. Можно эти все слить, в принципе. Черепа. Череп у нас на семерочке. Сладенько.
Так. Ну что, давайте начнем вот с этих мифических. Или это не мифических? Так, ну, выпала куча разного бреда. Как всегда. Ну, хотя бы редкие повыпадали, уже хорошо. 37 у нас накопилось таких мифических. Это очень хорошо, сейчас посмотрим, что выпадет. Вот так вот. Хоть берсеркер попадал. Ну это жесть вообще. Берс хочу собрать, блин. Так, падает одна ожива. Так. Откроем еще вот таких редких. А, места уже на складе нет. Давайте начнем ковать. Ненужная нам руна. Смертельный удар. Он мне не нужен. Вообще хорошо. Да, огненная защита. Вот ждал ее, блин, не знаю. Каменная кожа. Чем эти вообще руны? Замедление не пользуюсь ими. Вообще жесть. Так. Откроем вот эти теперь. Хотя бы бог войны упал. Разбросы чуть-чуть. Более-менее отлично. Так, продолжим. Ничего. Вообще я советую ковать каждый день хотя бы по 10 раз. Вот. Слышал, что такая тактика очень полезна для выбивания рун очень редких. Вот. Так, 85 таких, но я, наверное, не будем все их открывать, потому как это будет очень долго. У нас там всего-то, по-моему, 2 миллиона 500 кристаллов. Они очень быстро разойдутся. И видите, не везет нам сегодня, как в принципе и всегда. Даже, блин, IGG, великий рандом. Тем более еще и в день обновления. Ну, выпало оживление, только нахрен оно мне надо. Стойкости куча. Огненную защиту вот мечтал, блин. Ждал. Вообще жесть. Это пиздец какой-то. Извините, что матерюсь, но, блин, мне вообще не везет на попку. Выпади, блин, что-то нормальное, нужное. Мне, блин, талант на оставить. Руны, точнее. О, разброс. Хоть что-то, блин. Пиздец. О, бастиончик выпал. Хоть чуть-чуть. Да, его огненная защита следом. Так, вот еще пооткрываем. Сегодня везет прям как никогда. Вот да.
Ладно, я предлагаю на этом закончить, потому как не везет. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте свои пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А с вами был Николай. Пока!